станице Сиверской торжественно открыли краевые соревнования по спортивной акробатике под названием «Юность Кубани». За медали посоревнуются не только наши ребята, но и спортсмены из разных городов и районов региона. На соревнования приехали акробаты из Краснодара, Темрюка, Анапы, Тимашевска, Каневской, Геленджика и Динской. У нас действительно в Краснодарском крае акробатика развита очень хорошо. У нас много чемпионов мира, Европы. И буквально вот через несколько дней в городе Воронеже будет проходить чемпионат России по акробатике. Командный чемпионат, где будет выступать наша команда. Предыдущие 4 года мы занимали первое место. Надеюсь, в этом году тоже будет успех. А вам я желаю хорошо выступить и выполнить все то, чего вас учили тренеры. Нам очень отрадно, что в Сиверской у нас есть на сегодня очень серьезная спортивная школа, спортивной акробатики отделение, где добиваются высот. И очень приятно, что край нам доверяет проводить краевые соревнования на нашей территории. Я вам, юность Кубани, как называются наши соревнования, ребят, я вам желаю замечательного выступления, чтобы вы порадовали своих тренеров. Перед началом выступлений спортсменам дают буквально несколько минут на разминку, а затем вызывают команды на ковер для строгой оценки судей. Возраст участников от 8 до 16 лет, но это не мешает им показывать высокий уровень мастерства. Краевые соревнования завершатся 13 октября. Победителей и призеров во всех возрастных группах наградят медалями и грамотами.